Глушенков. Навес. И удар головой выручает Лещук. Вот это спасение. Потрясающий удар Артема Дзюбы под перекладину головой. Покажет Самошников подача. О, какой навес! Или это был удар? Я думаю, что это все-таки был навес. Слишком сильный навес получился у Самошникова. Мяч всех перелетел, включая Лещука. Хороший пас Князян. И надо набрасывать. И он это понимает. Дзюба! Как не попал! Как он не попал? Дзюба! Ну, как ушел Смолов. Смотри, так Бетелло заиграл. Какой пас! И можно обыгрывать. Макаров! Хороший пас! Тюканин! Тюканин! Это Ландратов! Илья Ландратов! Спасение! Не хуже, а может даже и лучше, чем у Лещука в первом тайме. Грулев. И последняя атака Динамо. Удар Грулева рядом со штангой. Ну а Иванов показывает, что это не угловой. Грулев умоляет.